И о спорте. Около 100 дагестанских вольников готовятся к чемпионату России, который пройдет в подмосковном Одинцово с 3 по 5 августа. Из них 60 спортсменов по результатам прошлого и нынешнего сезонов допущены к участию. В таком большом количестве прежде сборная республики не готовилась к соревнованиям. В Махачкале борцы приступили к заключительному этапу подготовки. По традиции они разместились на базе Центра олимпийской подготовки. К сбору присоединились борцы, которые планируют выступить на международном турнире «Яшар-Догу», а также вольники из зарубежных стран – Японии и Италии. Двухнедельный сбор завершается уже в субботу. Напомним, что первый этап подготовки к чемпионату страны большинство дагестанских вольников провели в Кисловодске. За главные награды чемпионата поборются и представительницы слабого пола. 12 спортсменок будут представлять женскую сборную Дагестана. Первый этап подготовки к состязаниям дагестанские вольницы провели в Избербаше на учебно-тренировочной базе имени Али Алиева. Сейчас спортсменки тренируются в Махачкале.